Прогресс это такое, как это прогресс, это свобода. Это свобода, она движется вперед. Это может быть такое, когда такое, которое появится против науки, против появится. Прогресс. Это чтобы прогревать им комнату. Прогресс – это который, как ты приходишь на такой в школу неученный, а потом несколько там 5 дней, 6 дней, но поучился уже, и ты уже стал очень умным. Прогресс – это когда люди в древних временах находят золото. Примеры прогресса – это как природа, тучки, облачка, небо, луна. Это когда человек думает своей головой, идет какую-то штуку, железо. Прогрессивный человек – это очень интересно. Они бывают всегда прогреваются. Они прогреваются прогрессом. Прогресс – это когда у тебя что-то получается лучше, чем получалось вчера. Прогресс – это что-то растет, и человек растет. Прогресс на лицо – это так, это прогресс на лицо – это как люди. Пример робота какой-то. Например, еду или квартиру. Прогресс – это когда ты приходишь, и ты очень хорошо учишься. Купить квартиру – это уже прогресс. И еще люди придумали технологии – это тоже прогресс. Прогресс – это когда становишься выше.